Скелет в шкафу или как новый ремонт вскрыл старые проблемы. В ходе капитального ремонта кровли дома 94 по улице Льва Толстого частично обрушился козырек. Сегодня была создана специальная комиссия, чтобы выяснить причины случившегося и наметить дальнейший план действий. На месте побывала наша съемочная группа. Возраст этого дома выдают трещины по фасаду. Дом 94 по улице Льва Толстого ждал ремонта 66 лет, но начавшихся работ попросту не выдержал. Во время капитального ремонта кровли обрушилась часть карниза. Сразу же было принято решение осуществить демонтаж остальных аварийных участков. Мы сразу оперативно создали силами ремстрой Южного бригаду, вышку и отбили вот эти опасные участки, которые еще не упали на тот момент. То есть обезопасили граждан. Завтра мы уже начнем работы по демонтажу этого карниза. Козырьки собственников и над подъездами мы тоже до понедельника все восстановим. И будем принимать другое решение по ремонту этого дома. Сегодня на месте случившегося собралась комиссия. В нее вошли представители регионального оператора, инженера технадзора учреждений «Муромстройзаказчик» и «Муромпроект», представители архитектурного отдела администрации и управляющей компании «Ремстрой Южный». Экспертная комиссия даст заключение о причине разрушения карниза чуть позже, но о ней можно говорить уже сейчас. Ветхость, скорее всего, основная причина, но а толчок послужил вот эти, скорее всего, работы. Кирпичная кладка выполнена на шлакоблоке, так, ну, сами понимаете, протечки, где-то влага доходила. Решили забрать и вместо него сделать легкий карниз деревянный. Вот, подшивочка, чтобы это было красиво, удобно и нормально. И самое главное, безопасно. Эти работы не были включены в смету первоначально. Теперь на их проведение предстоит найти дополнительные средства. Регина Ломакина, Николай Молодёнов, Новости Мура.